Пусть пока эта красавица украсит собой кадр, а я вам скажу несколько слов, а потом покажу вам ее более подробно. Что хочу сказать? Я вам хочу сказать, что я благодарна всем моим зрителям, которые со мной уже на протяжении стольких лет. Все зрители, которые разделяют мои интересы, мои увлечения, которые ценят мою работу. И есть зрители, которые смотрят меня молча. Есть зрители, которые смотрят меня вообще даже без подписки. Есть зрители, которые пишут комментарии регулярно, и я вас даже уже узнаю по манере, да, по манере комментариев. Есть зрители, с которыми мы уже общаемся не только в комментариях, а с которыми мы либо переписываемся, либо с некоторыми мы уже встречаемся вживую. Вот одна из таких зрителей – это Маргарита. Мы с ней встречались уже несколько раз, переписываемся мы с ней регулярно, мы с ней постоянно на связи. Вот так оказалось, что у нас очень схожие интересы. И в этот раз мы с Маргаритой встретились для того, чтобы сходить вместе по магазинам, по скупкам. Про это чуть позже. Но мы встретились, и Маргарита принесла мне в подарок ко дню рождения вот эту чудесную вазу, вот эту чудесную красавицу. Представляете, как приятно? Необыкновенно. То есть мой вазный период продолжается, чему я необыкновенно рада. Ну, было еще кое-что от Маргариты, но я вам покажу тогда уже не за этим столом, а в другом месте. Посмотрите, давайте я вам сейчас покажу поближе эту красавицу. Вы знаете, у нас сейчас пасмурно, сейчас у нас в данный момент идет снег. Конечно, может быть, когда вы будете смотреть, может быть, уже будет другая погода. Пока на данный момент пасмурно и снегопад. Представляете, как бы сияла эта красавица, если бы было солнце? Она очень хороша, она очень красива. Ну, даже сейчас вы видите вот эти вот какие-то разноцветные блики, которые играют на резьбе этой вазы. Она большая. Она меньше, чем та ваза, которую мне подарила Жанна, но она тоже очень большая. Мне очень нравится ее вот эта вот резьба, потому что это, скажем так, не часто встречающийся рисунок. Чаще всего все-таки бывают какие-то такие, знаете, цветочный орнамент, либо, ну, так называемый ананас. Здесь вот что-то такое геометричное, что-то такое, наверное, опять же, в стиле арт-деко, потому что здесь и треугольники, и кружочки, какие-то полосочки. В общем, красота необыкновенная. И посмотрите, у нее еще такая необычная форма. Тяжелая, очень тяжелая. Вот так. Мой вазный период продолжается, и этот период он стал даже не только вазным, но еще и хрустальным периодом, потому что несколько хрустальных ваз и несколько еще предметов, которые я вам сейчас покажу, то, что вот появилось у меня в последнее время. Эту красавицу отставлю чуть подальше и продолжу рассказ. Мы с Маргаритой отправились по старым адресам. Это метро Измайловская. И первый адрес – это улица 5 Парковой, дом 26. Магазин «Скупка комиссионка». Мы с вами здесь были уже много раз. Не знаю, может быть, уже чуть ли не 10. И я каждый раз вам говорю о том, что это очень маленькая площадь. То есть это даже не магазин, это маленький отдел в магазине. Здесь товара много, он очень плотно составлен. Может быть, не всегда удобно до него добираться, но благодаря тому, что маленькая площадь, маленькая аренда, здесь очень низкие цены. Ниже цен, чем здесь, я не встречала нигде. Мне здесь нравится бывать, потому что можно найти что-то интересное. Если покопаться, можно найти. Второй магазин находится в этом же районе, на параллельной улице, по адресу улица 3, Парковый, дом 30. Это тоже магазин «Скупка-комиссионка» под названием «Из чулана». Здесь я была однажды, видео я снимала однажды, но вот побывала второй раз, видео выйдет на следующей неделе. Здесь тоже небольшая площадь, но она чуть побольше, чем в предыдущем магазине. Но мне кажется, что и цены чуть повыше тоже. Итак, у нас с Маргаритой случился вояж по скупкам. Мы с ним посетили две скупки. В той скупке на 5-й Парковой, ну, магазин «Комиссионка», где мы с вами регулярно бываем, вот в этот раз это видео уже вышло, второе видео из второй скупки выйдет позже, на следующей неделе. Так вот, с 5-й Парковой я унесла вот такой. Знаете, на этикетке было написано, что это солонка. Я предпочитаю, ну, предполагаю, это использовать как сифтер, ну, для сахарной пудры. Вот такой вот необыкновенно прекрасный предмет.
крышечка мельхиорова, ее нужно начистить, ну, либо не нужно, я не знаю. Я вообще, в принципе, не очень люблю чистить такие предметы. Мне нравится немножко потемневший металл. Видите, какие здесь роскошные грани. Вот такая вот чудная штука. Я давно хотела, я даже заказывала Жанне, а тут захожу, и вот он стоит. Предмет моего вожделения меня ждет. Очень довольна. Что еще я унесла из скупки на Пятой Парковой, покажу вам позже. А сейчас покажу то, что я купила в скупке из чулана. Вот такой подсвечник. Он один, но, знаете, меня это совершенно не смущает. Меня совершенно не смущает, что вещи могут быть непарными. Это абсолютно не важно. И я довольна, что он мне встретился. Потому что у меня подсвечников много, но они все, ну, большинство из них именно в желтом металле. А если мне хочется сделать сервировку серебром, то вот подсвечника для такой сервировки у меня нет. Вот. Серебряный пока не встретился, зато встретился хрустальный. Вот такой вот он чудный. У него такая строгая лаконичная форма, тоже такой немножко вот в стиле. Ну, не знаю, я, конечно, не хочу настаивать, что это какой-то определенный стиль, что это там какой-то тоже стиль ар-деко. Не буду я на этом настаивать. Я просто хочу сказать, что такой лаконичный рисунок мне очень по вкусу. И мне он очень подошел. И посмотрите, как он красиво смотрится с моим новым сифтером. Правда? Я опустила камеру, чтобы все мои обновки вошли в один кадр. Посмотрите, как они великолепно смотрятся все вместе, как они будут смотреться вместе великолепно на одном столе. Ну, в общем, я очень довольна. Смотрите, сейчас я еще кое-что покажу из своих покупок. По поводу ваз и по поводу вазного периода. Я сейчас довольно необыкновенно. Сейчас закрыта моя потребность в вазах вот всех необходимых для меня размеров. Есть маленькие, есть теперь и большие, и средние. Теперь у меня по поводу вас есть все. Единственное, чего бы я, может быть, хотела бы, если вдруг мне встретиться, не то чтобы я бы это искала, но если вдруг мне встретиться, то я бы, наверное, хотела купить парочку фарфоровых ваз. Ну так, для разнообразия, потому что у меня в основном это именно стекло и хрусталь. А можно было бы фарфоровое, но это уже так уже из области желаний и хотелок. Что еще я купила скупки из чулана? Вот такую вазочку на ножке, я не знаю, конфетница, что это такое, я не знаю. Я знаю, что вы любите с ценами, но в этот раз будет без цен, потому что я их просто не помню. Ну, не помню. Поэтому в этот раз будет просто демонстрация. Вот такая чудная с любимыми мною фиалками. Она очень небольшая, я не знаю, сколько здесь сантиметров, наверное, 15. Ну, не больше, наверное. И на такой ножке, вот здесь вот есть клеймо, из чего мы можем сделать заключение, что это ранние советы. Вот такая вот чудесная. Не знаю, что сюда положить. Может быть, печенье, мармелад, не знаю что. Но фиалки, не могла я остаться к ним равнодушной, поэтому они пошли со мной. Вот, это то, что касается посуды. Были еще у меня покупки, подарки. Сейчас мы с вами пойдем в другое место, и там я все вам покажу. Видите, что там за окном происходит? Я могу только порадоваться, что мы с вами сейчас находимся в доме в тепле. Но давайте рассматривать еще мои покупки, подарки. Так, продолжаю показывать вам подарки. Вот то, что я получила от моей подписчицы Маргариты. Здесь были открытки, и здесь был такой вот журнальчик. С чего начнем? А давайте с открыток, да? Давайте. Открытки, которые называются «Мода детям». Открытки винтажные. Наверное, 75-й год. Вот такие замечательные платья. Мне кажется, что что-то подобное было у меня в детском саду. Ну, может быть, не совсем подобное, потому что мне в этом возрасте шила одежду моя бабушка, и, в общем, эти платья так особо не покупались в магазине. Но
именно мода прям узнаваемая. Вот это чудесно совершенно. Почему, какая ценность в этих открытках? Ценность в том, что здесь есть выкройки. И поскольку теперь в моей коллекции появились не только антикварные куклы, но и винтажные, и часть этих моих винтажных кукол не имеет одежды, их нужно будет одевать. И вот можно вдохновляться моды эпохи. Это очень здорово. Я тоже всегда обращаю внимание на такие вещи. И, знаете, я очень благодарна Маргарите и вообще всем моим зрителям, которые, увидев что-то, что могло бы меня заинтересовать, обо мне вспоминают и либо дают мне ссылку, либо вот как Маргарита просто купила мне их в подарок. Чудесно. Спасибо. И в продолжение кукол. Но это же куклы не винтажные, а куклы авторские. Этот журнал посвящен авторским куклам Хильдегард Юнцель. Давайте я сейчас чуть переставлю камеру, чтобы вам было видно, и мы с вами этот журнал полистаем. Это чудесные коллекционные куклы. Они тиражировались, они не все ручной работы, то есть она делала моды, потом они тиражировались, но они были очень любимы, они активно покупались коллекционерам. Почему я говорю были? Потому что автор закончила свою деятельность, больше куклами не занимается. Такие вот чудесные. И эти куклы довольно крупные. Есть даже куклы ростом в полный человеческий рост. Не знаю, насколько вам хорошо это видно. Надеюсь, что видно. Эти куклы, ну, фотографии этих кукол регулярно печатались в журнале «Кукольный мастер». Я о них слышала, конечно, и видела. Вживую нет, а на фото – да. Такая вот красота. Но продолжим. Так, это подарочки от Маргариты, но вернемся дальше к тому, что к моим, так сказать, трофеям из магазинов, да, к моим, то, что я унесла из Кубки на Пятой Парковой, я вам показывала, на видео мелькнула вот эта картинка, я ее рассматривала буквально там в первых кадрах, вот такая вот она, с подписью автора, мне кажется, необыкновенно мила, мне очень понравилась. Вот такая вот, потом вот такая рамка. Она без стекла, стекло разбилось, вот. Девочки собирались ее выкинуть. Ну как можно такую штуку выбросить? Конечно, нет, конечно, она досталась мне. Что я хочу с ней сделать? Я хочу сюда вставить, помните, я вам показывала, сейчас просто уже не пошла за ним. Мне Наталья, антиквар, подарила антикварного ангела такого вышитого, который, скорее всего, украшал церковную, либо церковную одежду, либо церковную утварь. И я вам говорила, что хочу ставить его в рамку, и в ту маленькую круглую рамочку он не встал, по размеру не подошел. Я думаю, попробовать вот сюда. Наверное, возьму бархат и сверху несколькими стежками приколю того ангела, и он как раз вот так вот расположится. Вот. Такие у меня планы. Рамочку, наверное, я затонирую. Не знаю пока в какой цвет, но вот есть у меня такие мысли. И еще у меня телефон зазвонил, я отвлеклась, поэтому продолжу с полуслова. Я благодарна моим зрителям, в том числе и девчонкам-продавцам с Пятой Парковой, которые тоже являются моими зрителями, если они вспоминают обо мне, увидев что-то, что могло бы мне понравиться. Вот девчонки-продавцы с Пятой Парковой обычно для меня припасают кукол, если им кто-то приносит
на реализацию, на комиссию каких-то винтажных кукол, эти куклы ждут меня. Если им кто-то приносит какие-то винтажные ткани, или там, может быть, не совсем винтажные, эти ткани тоже ждут меня. Вот в этот раз случилось точно так же. Посмотрите, какое красивое шитье, оно новое. Оно, наверное, винтажное, но оно новое. Просто кусочек ткани. Очень тонкий, наверное, это батист. Вот такое вот шитье. Мне девчонки положили его в подарок. Пойдет на одежду моим куклам. Я необыкновенно довольна, я необыкновенно рада, я необыкновенно благодарна. Спасибо вам, мои дорогие, я вас очень люблю. Вот, и кое-что еще, то, что не является посудой, я купила скупки из чулана, а именно винтажные открытки. Мы их упаковали в такой вот винтажный конверт. Их там было очень много. Я их на видео немножко листала, совсем чуть-чуть, но потому что их много. Видео это выйдет, ну, на следующей неделе. Пока вам покажу то, что я купила себе. Вот такая открытка. Ленинград. Пытаюсь увидеть, какого года эта открытка. Пока что понять не могу, но посмотрите, может быть, вы сами увидите. Вот такая. Так. Ну, не вижу, сами смотрите. Это Пикассо. А какого года открытка, я тоже не вижу. Почему купила? Может быть, вставлю в рамку. Мне она кажется интересной. А вот это тоже открытка с фотографией. Смотрите, оборотную сторону. Мне она показалась, знаете, очень красиво своей формой. Такая очень красивая, как статуэтка, как очень красивая. Вот такая открытка мне показалась очень интересной. Смотрите, обратную сторону. Какой там год? Ничего не вижу. И вот такие три открытки. Были большее количество открыток, но я выбрала три, потому что другие, которые были, они были еще горизонтальные. Мне хотелось, чтобы они были все одинаковые, в смысле одинаково направленные. Мне хочется их вставить в паспорту и оформить вот так вот три рядом. Это открытки с фотографиями цветов. Не вижу здесь никакой маркировки, не знаю, что это такое. Но цветом, изображением, своей какой-то вот такой вот винтажностью, своим внешним видом они мне очень понравились. Какие-то они такие графичные, какие-то очень, мне показались очень интересными. Вот хочу их оформить в рамке с паспорту. Вот, это то, что я купила в магазинах. Сейчас вам покажу еще кое-что. Чуть не забыла показать вам еще одну покупку свою из чулана. Купила вот такой вот гематитовый чокер. И, знаете, я не уверена, что буду носить его в качестве чокера, просто вот как есть, да. Но обратила на него внимание, потому что подумала, может быть, его использовать в качестве проставочных бусин. У меня набралось довольно большое количество бусин, ну там какие-то браслеты, какие-то старые бусы, которые вот в таком виде, как они есть сейчас, не носятся, просто лежат. Я думаю, их как-то пересобрать. И, возможно, вот это вот мне понадобится в качестве материала. Поэтому вот купила. Это такие кубики. Давайте попробую увеличить. Вот такие вот кубики в качестве материала для дальнейшего творчества. Вот. Здесь мои очень скромные покупки с барахолки, с измайловского вернисажа, то, что было в прошлую субботу, вот неделю назад. Если вдруг до выхода этого видео я еще съезжу на барахолку, еще какие-то будут покупки, я, возможно, дозапишу сюда. Если нет, значит нет. Вот. Купила
Вот такое вот винтажное шитье. Я его еще не стирала. Видите, здесь пятна. Я очень надеюсь, что это можно вывести. Если нет, я буду, наоборот, окрашивать, наверное, растворимым кофе, чтобы получился вот такой вот цвет. Ну, как бы, чтобы все кружево было такого цвета бежевого. Очень красивое шитье. Оно тоже было новым. Ну, наверное, где-то лежало, что что-то на него пролилось, протекло. Какой здесь метраж? Наверное, я так думаю, 2 метра в этом моточке. Это шитье я купила у своей знакомой, у Надежды. Обошелся мне этот моточек в 300 рублей. И это выгодная покупка. Да. Тоже пойдет на платье моим куклам. И у Надежды же я купила вот такой грибок. Винтажный пластиковый грибок. Гремит, что-то туда внутрь попало. У него здесь есть цена. И зачем я его купила? Ну, в стеллаж со своими винтажными куклами. Просто в качестве дополнения к моим куклам. Вот такой вот грибок за 200 рублей. А вот этого зайца она мне отдала просто так, безвозмездно, то есть даром. Потому что у него здесь чуть-чуть подплавленные лапы и хвост. Но мне это не важно, я с ним играть не собираюсь. Он также будет сидеть в экспозиции с моими винтажными куклами. Еще Надежда мне в подарок отдала вот такую вот упаковочную бумагу. Она винтажная. Видите, немножко пожелтела от времени. У нее здесь есть вот такая вот маркировка. Не знаю для чего, но пригодится. Решила, что мне это надо. Я вам показала свои винтажные покупки. А теперь давайте покажу кое-что из нового, что я купила, ну, в основном для работы. Купила, привезла для работы. Честно вам скажу, это я привезла еще из Воронежа, но в своем видео, в прошлом влоговом видео, где я показывала свои покупки, подарки, в общем, то, что привезла из Воронежа, я вам этого не показала, потому что видео получилось слишком длинным, и я его умышленно урезала. Итак, что я привезла? Я привезла материалы для работы. Я зашла в магазин ткани, увидела в продаже натуральный шелк. Производство Кореи по цене, по смешной цене 790 рублей за метр. Как я могла пройти мимо? Никак не могла. Купила не для себя, потому что для себя я одежду не шью. Купила, опять же, будете смеяться, но для кукол. Ну, каждый сходит с ума по-своему. Вариантов было, ну, я не помню, довольно, ну, не знаю, может быть, чуть ли не около десятка. Но я выбрала 2, которые мне показались наиболее, ну, красивыми для кукол. Вот такой бирюзовый, он потоньше. И вот такой бежевый, он потолще, и он как будто бы, знаете, он как золотистый, очень красивый. И тот, и другой имел цену 790 рублей. Но мой хомяк кричал, что сколько, вернее, мой хомяк кричал, что надо, а жаба кричала, что сколько можно, потому что материалов у меня куплено уже много, а отшивать мне пока что времени нет. Поэтому мы сошлись между собой, хомяк с жабой сошлись между собой, на том, что мы купили не по метру, а по полметра каждого цвета. Вот так. Вот такие у меня происходят порой покупки. Ну, красиво же, ну, правда. Они вместе красиво и раздельно красиво, необыкновенно. Я не жалею, что купила. Жалею, что купила мало. Потому что были другие цвета, можно было купить еще парочку. Потом зашла в магазин ткани и купила шитье. Шитье это современное, но оно сделано в таком винтажном стиле, поэтому купила вот такое. Оно не белоснежное, оно такое имеет какой-то сливочный оттенок. Вот такое пошире и вот такое поуже. Между собой комбинировать можно, потому что и там такие цветочки, похожие на ромашки. И еще одно, оно белое, но тут либо не комбинировать вместе, либо подкрасить, что тоже возможно, чаем, например. Чем понравилось вот это шитье? Тем, что здесь дырочки, в которые можно пропустить, например, шелковую ленту, какой-то шнурочек, либо даже
ниточку малине для отделки какую-то цветную, либо не цветную. В общем, вот такие вот мои были покупки. Это то, что я купила в чужих магазинах. А теперь покажу то, что я привезла для своей работы. Сейчас, минутку. Кстати, в Воронеже встретила красные носки. Помните, я вам говорила, что не могу найти красные носки, чистые, красивые, чистого цвета красного носки, без там всяких бабочек, для того, чтобы начать наконец одевать индианку, потому что мне хотелось ей сделать красный топ. Вот, нашлись красные носки. Так что скоро будем начнем одевать, но не уверена, что именно индианку, у меня там целая очередь на одевание. И еще знаете, что я вам хотела сказать? Да, давно не было видео именно с мастер-классами, давно не было видео и с одеванием игрушек, и с новыми игрушками, сшитыми моими руками. Но, вы знаете, процесс, я уже говорила, но судя по тому, что вы, ну, некоторые из вас регулярно пишут, ну когда, давайте. Знаете, мне, с одной стороны, конечно, льстит то, что вы мне доверяете, ждете моих мастер-классов, но, с другой стороны, это как-то немножко, знаете, попахивает каким-то потребительским отношением, потому что, знаете, запись мастер-классов – это очень трудоемкий и трудозатратный процесс. То, что у вас на экране мастер-класс идет, например, полчаса, у меня на это уходит несколько рабочих дней. И поскольку это сейчас никаким образом не оплачивается, это просто моя работа, которая сделана бесплатно. И, ну, на это, знаете, нужно найти время, какую-то мотивацию. Поэтому пока все никак я не соберусь. Ну, наверное, скоро нужно будет собраться. И для работы привезла материалы. Посмотрите вот на эту кучку. Это будет кукла. У нас в продаже в моем магазине, магазин «Большая корзина», есть несколько, я бы даже сказала, несколько, наверное, серий кукол, текстильных кукол нашей разработки, моей разработки. То, что я сама придумываю, сама отшиваю. Мы вместе с моей командой подбираем материалы, делаем описание и продаем уже готовые наборы. Продаем очень бюджетно. Ссылка на магазин всегда есть в инфобоксе. Заходите, посмотрите. И у нас есть серия вот таких вот малышей. Они прям маленькие, маленькие куколки. И давайте, чтобы меньше разговаривать, давайте сейчас я вам ставлю вот этот ролик с этими малышами, что у нас есть в продаже, и потом продолжу рассказывать свою идею. В общем, это те варианты кукол, которые у нас есть, вот такие вот куклы-малышки, которые сейчас у нас уже существуют, которые сейчас у нас уже есть в продаже. Продаются именно наборы, не готовые куклы, а именно наборы для создания этих кукол. А сейчас мы снова находимся в подготовке к участию в выставке, которая будет проводиться в Воронеже, выставке кукольного помешательства. Выставка уже будет проводиться шестой год, и мы шестой год будем участниками. Мы туда идем со своими наборами, и в этот раз тема выставки цирк, и в этот раз я решила подготовить к выставке две новых куклы, и эти куклы будут связаны с цирковой тематикой. Вот хочется мне сделать мальчика-девочку, что-то связанное с цирком. Уже прикупили мы материалы, вот такие яркие плюшики, видите, зеленый, красный, вот такие яркие помпоны. Все это будет участвовать в составе костюма. Будет еще также кружево. Ну, в общем, следите за обновлением, буду держать вас в курсе. Вот такие вот мои планы на ближайшее время. В прошлом видео, влоговом видео, я вам говорила, что взяла у Жанны полистать, почитать книжки, и мы с вами в прошлый раз листали вот эту книжку. Сегодня предлагаю продолжить и полистать вот эту.
орнаменты классицизма и ампира. Будем листать. Все как обычно. Я листаю быстро, вы регулируете скорость воспроизведения. Здесь иллюстрации тоже исключительно черно-белые. В этом нет ничего страшного. Не отвлекает. Ничто не отвлекает именно от форм. Цвет нам здесь с вами не мешает. Мы можем любоваться формой. Буду стараться листать эту книжку за один раз. Не хочется разбивать на несколько частей. Будем листать за один раз. Мне мои зрительницы пишут, что от просмотра подобного рода литературы к ним иногда приходит вдохновение на творчество. Кому-то для вышивки приходят какие-то идеи, кому-то для другого вида декорирования. В общем, вот это все, я считаю, очень нужно, потому что это все как раз и является той самой насмотренностью, о которой говорят все, абсолютно все творческие люди, в том числе и те интересные люди, которые приходили ко мне на канал, чтобы рассказать вам о себе и своем творчестве. Мне сейчас пришла в голову идея, которая, к сожалению, не пришла раньше. Если бы она пришла раньше, я бы, возможно, не удаляла исходники роликов, которые я записываю. Но я думаю, что можно восстановить. Так вот, мне пришла идея смонтировать отдельный ролик, в котором собрать вот те части беседы с теми людьми, которые у меня уже были, касаемые именно насмотренности и вдохновения. Просто собрать их все в одном месте и поговорить об этом в отдельном ролике. Ну, в общем, буду думать. Буду думать. Напишите мне, как у вас отзывается вот просмотр такой литературы, то, что я вам показываю. Для чего-то вам это бывает полезным? Ну, я думаю, что даже если просто для любования, если даже просто посмотреть это и получить удовольствие, это уже хорошо. Но, может быть, вам это как-то пригождается в работе, не знаю, в творчестве. Напишите, мне очень интересно и очень важно. Конечно, пасмурно, немножко темновато. Я не знаю, насколько хорошо вам все это видно на видео, но сейчас такие погоды стоят, а ждать до лета, до хорошего освещения мне не хочется. Будем мириться с тем, что есть. У нас настоящая метель за окном. И хоть, конечно, уже конец октября, буквально через несколько дней уже начнется ноябрь, уже, наверное, пора, но как-то все равно все случилось очень неожиданно. Да. Появилось несколько, ну, хотел сказать цветных, но они такие очень относительно цветные.
Конечно, такую литературу очень удобно иметь у себя для работы, да, то есть к ней возвращаться по необходимости. Все, полистали. И поэтому я вам покажу еще раз вот так эту книжку. Возможно, вы захотите ее поискать и где-то найти. Возможно, может быть, на вторичном рынке. 2011 год. И здесь же, смотрите, давайте я так вот вам покажу, какая еще была литература выпущена этим издательством. Увеличивайте, смотрите, если вам что-то интересно, возможно, для себя найдете. Все, на этом я буду заканчивать. Как обычно, жду от вас обратной связи в комментариях, рассчитываю на лайк, на репост, на подписку обязательно. Прощаюсь с вами, до следующей встречи, пока.